Стойте! Подождите! Мне может понадобиться такой человек, как ты. Будешь с нами путешествовать? Вот, это последнее. Дом моих родителей всегда был пристанищем для птиц. Я помню, часто слушал их пение по утрам. Интересно, кому же так хотелось стереть их дом с лица земли? Стереть их дом с лица земли. Стереть их дом с лица земли. Ну чего ты там? Давай быстрее! Я остаюсь. Ага. И я. Я тоже остаюсь. Поехали. А как же Мюнхгаузен? Мюнхгаузен? Он нам больше ничего не должен. Да... Да как ты можешь? Девчонка, я так и знал. Поехали. Ну, и что будем делать? Как хорошо, теперь мы богаты. Как бы потратить эти деньги? Я, наверное, на свою долю приобрету замок. Ведь у всех богатых людей есть замки. А ты уже придумал, что будешь делать со своей долей, скороход? Ах, теперь у меня столько дел появится. После приобретения замка я куплю машину. А, правда, водить я не умею. Наверное, мне нужно будет нанять водителя. О, может ты? Ты же как раз водитель, да еще и с машиной. Будешь работать на меня? Будешь работать на меня? Ай, ты чего? Вылезай. Ну чего? Вылезай из машины. Скороход, сколько можно? Как ты мог изобрести такую машину? Ты же говорил, что твоя машина проедет везде. Но я же не думал, что ты пожелаешь парковаться прямо посреди болота. И вообще, чего-то ты мне помогаешь. Это же не твоя работа. Ха-ха, так неинтересно. Я должен успеть. Вам нравится этот замок, месье? Да, но я еще не уверен. Да что, у вас все замки на одно лицо? Простите, вы что-то сказали, месье? Месье? Присутствующий здесь Борис Мюнхгаузен обвиняется в подлом и жестоком обмане меня любимого и похищении дорогого мне имущества. А посему он будет лишен жизни прямо здесь и сейчас, через отсечение головы.
У кого-то есть возражения? Я против! Ха, ну вы посмотрите, кто к нам пришел. У нас появился еще один кандидат на казнь. Солдаты, схватите его. Tomorrow, or if you're west.